Со слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи и, видимо, был связан с появлением Цири. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки. На месте оказалось, что друид Мышевур запретил Йеннифер исследовать уничтоженный лес. Но с помощью ярла Краха Анкрайта его удалось переубедить.
скотина!
Ах, и гнус! Да?
Какое зрелище! Здесь состояние, нажитое за всю жизнь. Часть товаров уцелела. Может, хозяин захочет выплатить нашедшему награду? Сундук разбило штормом. Кто-то разнес его топором. Знак клана Броквар.
не похож на любителя поторговаться. Ты же из клана Брокваров? И сам я, и весь мой род, деды и прадеды. Я, кажется, нашел кое-что, что вам принадлежит. Груз Дракара, который разбился к северу от Артскеллига. О, это должно быть гнев Хеймдаля. С месяц назад ушли они за добычей на побережье, но не вернулись. Послушай-ка, а не находил ли ты там красивого меча? Он принадлежал кормчему. Его семья была бы рада получить его назад. Находил. И с удовольствием его отдам. За приличное вознаграждение. Известное дело. У нас иначе и не бывает. Спасибо. Если поспешите, может, вернете остальной груз. Мы так и сделаем. Сейчас созову людей. Спасибо за вести. Не за что. Будь здоров. Мастер-ведьмак! В пещерах на побережье поселилась старая Эхидна. Я ее убил. С трудом. А значит, Брит говорила правду. Нильса похитила чудовище. И убила его. Тело лежит в пещере. Я должен за ним сходить. Ты скажешь, Брит, что стало с ее женихом? Я поговорю с ней. Должен же я хоть что-то для нее сделать. Страшно глупо я себя чувствую, что собственной сестре не поверил. Возьми вот, ты заработал. Бывай. Вы намазали, герой? Ну, вчера мы не делали. Я должен с тобой поговорить. Оставь меня. Твой жених умер, его похитила и убила Эхидна. Нильс. Я знаю, что его не вернешь, но я отомстил за его смерть и убил чудовище. Спасибо. Я знала, что он был мне верен. А потому клянусь быть верной ему до конца своих дней. Возьми. Здесь немного, но я хочу, чтобы ты принял это золото. Спасибо, но я не возьму у тебя денег. Не обижай меня. Ты неправильно меня поняла. Есть вещи, за которые даже ведьмак не должен брать платы. Почтение, ведьмак.
Пошла. Слышно на другом конце острова. И очень хорошо. Пусть весь Скеллиге узнает, что Йеннифер из Венгерберга простая воровка. Возьми себя в руки, друид. Я ничего не украла. Я одолжила у тебя вещь и собираюсь ее вернуть. Какое великодушие. Беда в том, что маску можно использовать только один раз. Не говоря о том, что ты рискуешь похоронить нас заживо. Нас и все острова. Похоронить? О чем ты? Она тебе не сказала? Этого следовало ожидать. Согласно легенде, Ураборос создал маску, когда ревнивое море поглотило его возлюбленную. Ураборос не мог смириться с тем, что не увидит своей избранницы. И выковал маску, которая позволяет заглянуть в прошлое. Однако он знал, что сможет использовать ее лишь раз. И ждал, когда тоска его станет невыносимой. Узнав о маске, море рассвирепело и поклялось, что любой, кто использует маску, навлечет на себя его гнев. Волны зальют сушу и утопят живущих. Откуда у тебя эта маска? Моряки из клана Димун выловили ее недалеко от бездны Ньорда. И почему ты так уверен, что она настоящая? Именно так ее описывают мифы. Ты так и веришь мифам? Только невежды преуменьшают их значение. И речь не о мифах, а о краже. Тебя заботит кража, а нас — Цири. Для меня Цири тоже важна. Но когда я предлагал Йеннифер другие методы, она даже не слушала меня. Говорила, у нее нет времени, и результаты ей нужны немедленно. Она вечно носится, как ошпаренная. Это правда. Но теперь у нее, по крайней мере, есть причина. И поэтому она даже не задумывается о том, что может устроить... Что? Что это? Нет! Йеннифер использовала маску. Со мной надо использовать маску.
Покончим с этим! Что это было? Единороги. Йен, чтоб тебе... Я понимаю, что это туманники. Только откуда они здесь взялись? Их притянула сила маски. Мышавур говорит, что маска может вызвать стихийное бедствие. Тогда хорошо, что он здесь. Он сможет сразу приступить к ликвидации последствий. Он тебе этого не простит. Я как-нибудь переживу. И что теперь? Маска откроет прошлое, но только в определенных местах. Там, где событие оставило сильный магический след. Держи. Мне ее надеть? Да. А я наложу заклятие, которое позволит мне видеть твоими глазами. Ты собираешься читать мои мысли? Ты что-то имеешь против? Все равно ты постоянно этим занимаешься. Значит, ничего страшного, правда? Пойдем. Первое место я уже нашла. Мы пришли. Надень маску. Что мне делать? Не снимай маску, пока мы не увидим всего. И не отходи. Радиус телепатии весьма ограничен. Что это? Портал? Из него вышли двое. Женщина — это Цири. Откуда ты знаешь? Она двигалась, как ведьмак. Похоже, они пошли туда. Идем. Попробуем найти следующее место. Надень маску. Берегись! Что это было? Нечто вроде магического взрыва. Настолько сильного, что опасны были даже его отголоски. Думаю, он и уничтожен лес. Но с Цири и ее спутником ничего не случилось. Я видел, как они убегали. Сейчас узнаем, куда. Нравится мне это место. Мне тоже. Если кто-то оказался здесь во время катаклизма, кажется, что он должен был немного. Я понимаю, о чем ты. Но не беспокойся. Цири может о себе позаботиться. Ну как, готов? Используй. Видишь? Кажется, он ранен. Но она сбежала. Снова через портал. Знаешь, куда? Магический след ведет в Велен. Ты сможешь понять, куда делся спутник Цири? Его портал должен быть рядом. Попробую его найти. Идем. Надень маску. Красивый бой. Один оттолкнул другого ударом мощной магии и бежал через портал. Чародей? Скорее всего. Это спутник Цири и тот, кто ее ранил. Откуда ты знаешь? Я предполагаю, оба были в предыдущих видениях. У Цири сильный союзник. Ты знаешь, куда бежал чародей, который был с Цири? Его след тоже ведет в Велен. Но координаты выхода отличаются.
Должно быть, взрыв сбил его телепортацию. Может, это стечение обстоятельств, но когда я был в Велине, я встретил Кейру Мец. Она говорила, что к ней заходил чародей, который искал Цири. Не удивлюсь, если это тот самый. Кем бы он ни был, история становится все интересней. Может, от того, в кого прилетело заклинание, что-то осталось? Распогодилось. Наверное, Машавур поработал. И теперь он снова придет нам мешать. Ну что, вы довольны собой? Вы посмотрите, что вы натворили! Если поиски Цири потребуют чьей-то смерти, вы и убивать начнете. Спокойно. Буря утихла, ты контролируешь ситуацию. Пока. А что будет через неделю или две? Прекрати истерику. Вот тебе твоя маска. Теперь она годится разве что на пепельницу. От нее больше не будет никакой пользы. Вы хоть что-нибудь узнали? О, да. Я разговариваю с Геральтом. С тобой я потом разберусь. Ну так что? Похоже, здесь было наложено мощное проклятие. Весьма правдоподобно, учитывая то, что стало с лесом. И кого прокляли? Мы пока не знаем, но Цири точно была здесь. Она вышла из портала, и с ней был маг. Их преследовали. Дело дошло до стычки. Цири была ранена, но бежала. Куда? В Велен, скорее всего. Чародей открыл ей портал, а потом расправился с нападавшим. И это все? Здесь может быть что-то интересное. Надо осмотреть еще один след. Он улетел куда-то туда. Под деревом что-то есть. Ты не могла бы... Сейчас. Оружия нет ни крови, ни зарубок. Спутник Цири его... Как вы это называете? Дезинтегрировал. Замечательные латы. Но я не узнаю мастера. Я не могу сказать даже, откуда они. Наверное, потому что они принадлежали всаднику Дикой Охоты. Что? Значит, это Дикая Охота. Как я и боялся. Сначала здесь, потом на Хиндарсфляле. Что им нужно? Они ищут Цири. Но зачем? В жилах Цири течет старшая кровь. Ее род действительно идет от самой Лары Доран. И у женщин этой линии всегда были необычайные способности. Но неужели это настолько важно? Цири – исключение. Она путешествует в пространстве. Здесь и в иных мирах. Расстояние не преграда для нее. И поэтому Дикая Охота так хочет ее настичь. Значит, Дикая Охота появлялась на Хиндарсфьяле? Это было недели через две после того, как здесь, на Арнскеллиге, случился катаклизм. Призраки напали на Лафотон в темноте во время снежной бури. А снежные бури для этого времени года явление само по себе странное. Люди говорили, что призрачные всадники врывались в хаты, убивали тех, кто пытался сопротивляться. Потом они умчались вглубь острова, и все слышали их жуткий смех. Кто-нибудь выжил? С десяток женщин и один старец. Следующая остановка — Хиндарсфьяль. Я буду ждать тебя на берегу у Лафотона. Подожди, может, отправимся туда вместе прямо сейчас? Ты ведь не выносишь телепортов. От эликсиров я тоже не в восторге, но пью их, если надо. И если не надо. Ну, в путь. Подойди ко мне. Удачи. Дайте знать, если вдруг что-то найдете. Я была на Хиндарсфьяле довольно давно. Но если я правильно помню, Лафотон где-то там.
Разоренные хаты, свежие могилы. О, похоже, мы на месте. Какое-то собрание. Мы здесь не вовремя. Разговоры о дикой охоте всегда не вовремя. Анна, они едва бриться-то начали. А вот уже лежат на земле. Шли. А я живой. Ты ничего-то со мной не сделал. Какой-то ритуал. Придется подождать. Вот уж нет. Сестры, простите, что я вас прерываю, но у нас к вам дело. Видишь же, здесь поминают умерших. А мы ищем того, кто еще может быть жив. Пожалуйста, это срочно. Тогда говорите. Говорят, эту деревню уничтожила дикая охота. И это правда. Хотя нам немногие верят. Вы, наверное, тоже не верите. Вы видели всадников на конях-скелетах? В заиндевевших доспехах? Да, именно так. Они подошли к берегу в ладье из ногтей мертвецов, как в легендах. Лейв заорал, чтобы уводили детей. Тогда они вошли. Они рассекли ему лицо. Он пытался что-то сказать, но кровь. Вы хотели о ком-то спрашивать, а не раны бередить. Хватит! Что случилось потом? Продолжай. Я выбежала, чтобы позвать на помощь, затащить Лейфа. Но столько тел. И Оли, и Ингвар. Маленький Нейки. Куда уехали всадники? К морю. По пустоши. На конях из костей. Из костей и льда. И... Хватит! Излагайте свое дело. Сейчас же. Мы ищем девушку по имени Цири. Серые волосы, зеленые глаза. Нет ее здесь. Разве что в могиле. То есть я такое не припомню, но я столько тел похоронила. Могла и забыть. Это Цири. У нее был шрам? Вот здесь, на щеке. Да, да. Что с ней стало? Не знаю. Я видела ее всего миг. За миг до всего этого. Она была на конюшне с трусом. Будь он трижды проклят! Запомнила еще что-нибудь, хоть что-то? Она выглядела усталой, очень усталой. И волосы у нее были мокрые. Теперь мы знаем, что она мыла голову. Превосходно. Мне очень жаль. Трус. Прости, трус. Трус сказал бы вам больше. Этот трус. Имя у него есть? Было. Пока Тинг не вычеркнул его из саги предков. Он как бы исчез. Закон запрещает прикасаться к нему, разговаривать с ним, даже имя его произносить. Что он такого сделал? Сбежал от дикой охоты. Он один. Нам придется поговорить с трусом, даже если это противоречит вашим обычаям. Вы опоздали. Он ушел в рощу сражаться с Морхвергом. Трус, который рвется в бой. Только я вижу здесь противоречия. В этом все и дело. Убив Морхварга, трус доказал бы, что старейшины ошиблись. Вернул бы себе честь и имя. Интересная процедура апелляции. Очень в духе Скеллиги. Я не смеюсь над вашими законами. И прошу от вас того же. Морхварг? Что это? Скорее, кто? Самый гнусный человек из всех, что знал Скеллиге. Для него не было ничего святого. Он нападал на земли собственного клана. Брал золото от Нильфгарда. Убивал беременных. Детей. Я таких знаю. Говорили, что боится он одного. Гнева богов. И Морхварг решил доказать, как сильно все ошибаются.
и приплыл на Хиндарсвьяль, чтобы ограбить рощу богини. Это было больше 10 лет назад. Верховная жрица Ульвы стала у него на пути. Он вонзил ей нож между ребрами и бросил в грязь. Перед смертью жрица наложила на него проклятие, и Моркварк превратился в чудовище. Проклятие? Чудовище? Кажется, для тебя здесь найдется работа. Я могу избавиться от Моркварга. Не знаю, во что он превратился, но думаю, серебряный меч в этом поможет. Все не так просто. Уже нашлись такие, что сумели победить Моркварга. Но он всегда возвращается. То есть наложено проклятие. В таком случае мне нужно больше сведений. Понимаю. Но я рассказала все, что знаю. Поговори с Тордором, сыном Эйнара. Он был в роще, когда туда ворвалась дружина Моркварга. Видел все, что случилось. И единственный из паломников ушел живым. Он поселился в Ларвике. Он на пристани должен быть, если в море не ушел. И где эта священная роща? Недалеко, к северу отсюда. Раньше мы выращивали там лечебные травы. А теперь? Теперь можно подойти только к дереву, которое посадила сама богиня. Туда мы приносим наши дары и просьбы. А те, кто спускаются ниже, остаются в роще навсегда. Спасибо за помощь. Вы собираетесь в рощу? Не люблю, когда туда входят чужие. Ну да ладно. Обычай велит, чтобы паломники принесли под деревом жертву собственной кровью. Рус наверняка поступил так же. Разве что у него не было не только мужества, но и уважения к Фрейе. О, за нас не беспокойтесь. Мы с Геральтом всегда чтили богов. Можем поговорить? Я сражался, как все. Что? Я говорю, что я, старый Сорен, сражался, как все. Я выжил только потому, что рана была неглубокая. Мы ищем молодую девушку. Серые волосы, зеленые глаза. Она была здесь? Молодые вернулись с большой земли с какими-то пленницами. Только я не рассматривал. В моем возрасте и одна баба под крышей уже чересчур. Нет, она не дала бы себя схватить. Хе-хе, ты наших парней не знаешь. А ты не знаешь Цири. Неприветливый ты. А что странного? Приходит сюда из разных деревень посмотреть, что случилось. И каждый глядит на меня из-под лобья. Как же так тебя не убили? Троих сыновей похоронил, а сам живой. Говорю им, говорю, сил больше нет. Поплыву с молодыми из Ларвика в поход. Покажу, из какого я теста. А ты не слишком стар для набегов? Я никогда не буду слишком стар, чтобы пустить кровь нордлингам или принять честную смерть от их рук. Бывай. Да хранит вас Фрейя.
боюсь, след уже остыл. Даже если трус умер, мы что-нибудь придумаем. Что, например? Придет время, увидишь. Могла бы иногда быть помягче. Могла бы. Но ведь такую ты меня и любишь, правда? Ого! Это, наверное, и... Кусок. Хоть один кусок. Один кусок. Крошку. Есть. Есть. Холера. Только не это. Похоже, он нам не рад. Это он еще меня не разглядел. Так с чего мы начнем? Пойдем к дереву, о котором говорили жрицы. Собрался пустить себе кровь для богини? Это не обязательно. Но трус наверняка так поступил. И он мог оставить какие-нибудь следы. Трус здесь был. Смотри, видишь отпечаток? Здесь он припал на одно колено и принес жертву богине. Здесь следы крови. Видишь? Нет. Я, конечно, не человечески красива, только нечеловеческого зрения, как у тебя, у меня нет. Поэтому вниз тебе лучше не спускаться. Не обижайся, но в этом буреломе и грязище ты будешь для меня... Как гиря на ноге? Я хотел сказать это поделикатнее, но... Да, примерно это я и имел в виду. Хорошо, как скажешь. Если что, я помогу тебе с заклятиями со стены. Я думал, ты будешь возражать. Я? Что ты? Я удивительно кроткая особа. Йен, посмотри мне в глаза. Ты что-то придумала? Ну, конечно. Как завоевать корону Тимерии и взять Каэр Морхен в ипотечный кредит? Ну, иди уже. Кровь труса. Очень много крови. След сразу видно, по нему и пойду. Внизу что-то есть. Ни хера не видно. Неглубокие следы. Он шел осторожно. Скотина! Никаких укусов. Моркварк не пожирает жертв. Странно. Это трус? Нет, он давно здесь лежит. Что? Не слышу! Хочешь поговорить? Подойди ближе! Ее чувствует, правда, слабее. А! Ну как? Ты знаешь что-нибудь об этой роще? Дай подумать. Она ужасно запущенная. Я скорее имел в виду ее историю. Говорят, ее вырастила сама Фрея. В начале времен богиня шла по Скеллиге, рассыпая семена между голыми скалами. Но змей Ураборос продырявил ее короб. Все семена просыпались здесь. Поэтому роща такая буйная, а остальной Скеллиге бесплоден. Ты веришь в это? Ты шутишь? Здесь благоприятный для вегетации климат. Вот и все. Навсегда превратиться в волколака. Вот же собачья жизнь, а? Ну, знаешь, сколько волка не корми. К тому же проклятие привязало его к роще, а он все в лес смотрит. Ничего, кому повезет, у того и волк снесет.
Не кричи, волки, а то... Геральт, может, хватит? Ну ладно, хотя у меня пара пословиц еще осталась. Не сомневаюсь, можем считать, что ты выиграл. Я нашел какое-то тело, но не труса. Ага. И почему ты считаешь, что меня это заинтересует? Потому что на нем нет следов зубов. Тебе это не кажется странным? Зариканская кухня, слава Лютика и туфли с загнутыми носами мне тоже кажутся странными, но я это с тобой не обсуждаю. Ты намекаешь на то, что я зря трачу твое время? Я просто предлагаю сосредоточиться на вещах, которые действительно важны. Ладно, я возвращаюсь вниз. Будь осторожен. Следы чудовища. Оно бежало, гналось за кем-то. Видно, морг варгу наскучило красться, и он напал. Трус был ранен. Побежал. Кровь труса. Видно, Моркварк так просто не сдается. Двери не шелохнулись. Должно быть, трус их заблокировал или просто запер на ключ. Надо осмотреться, может, что найду. Эти следы должны привести меня к трусу. Или к его телу. Много следов. Старых и свежих. Логово должно быть рядом. Здесь не перейдешь. Придется открыть шлюз и пройти через низ. Обычный механизм. Одним рычагом выбираешь ворота шлюза, другим опускаешь или поднимаешь их.
крепости провалились через щель много лет назад. Ветерок. Похоже, выше еще одна пещера или выход. Открыт, но ничего не происходит.